Майкл Джексон был не просто одним из самых успешных исполнителей в истории, обладателем почти 400 наград, но и танцором. Знаменитую лунную походку он впервые продемонстрировал в 1983 году. Эта техника стала визитной карточкой поп-короля. Теперь точно такие же движения повторяют жители всей планеты, в том числе и Алматы. На этой неделе казахстанская молодежь встретилась на танцевальном баттле, то есть битве. Кто кого победит в стрит-дансе, знает Майя Тенисбаева. Они танцуют везде, где придется – дома, на улице, в школе. Для них танец – стиль жизни. Мастера пластики и движения собрались на главной площади Алматы, чтобы побороться за звание лучшего. Самое лучшее обучение – это на выступлении, не в танцевальном зале. Когда ты танцуешь, и на тебя смотрят люди, ты нервничаешь, а спустя какое-то время ты оцениваешь все свои ошибки и лучше понимаешь, над чем тебе работать. Для этого и проводятся такие мероприятия. Ребята выступали как в команде, так один на один. В каком стиле – выбирали сами. Для жюри главное – техника исполнения и оригинальность. Человек с уровнем выше, то мы его будем, конечно, строже судить. А если это человек, который только начал заниматься, мы ему чуть-чуть сделаем такую скидочку. В Алматы профессиональных стрит-денсеров можно посчитать по пальцам, но уже есть парочка ребят, которые выступают на международных батлах. Есть очень сильные команды, мы очень сильно волновались перед выходом, между вступлением, да. Но мы, по идее, сюда пришли не за победой, а как бы доказать тренеру то, что мы можем ставить сами шоу. Каждый участник знает, в танце важно все, даже внешний вид. Чаще всего наряды создают самостоятельно. Сам вырезал маску, большая была. Что-то свой написал, никнейм. Слава Кондрашов увлекается танцами в стиле поппинг, драм и хип-хоп. Говорит, научиться этому может каждый, если захочет. Поппинг, там фиксация. Сделали движение, зафиксировали. Там после каждого движения надо это зафиксировать бит. А хип-хоп, он идет под музыку, там надо успевать темп танцевать. Драм, например, там в бит прыгать надо ногами. Ну, каждый стиль по-своему немного отличается. Та же история у десятиклассника Якова Решетникова. Он самоучка, зато уже сейчас крутит флайера и делает в воздухе сальто не хуже профессионалов. Ну, мы видели, как танцевали на кафешке. Мне сильно понравилось. Мы взяли танцевать. Утром начали и так до вечера. В перерывах между конкурсами на площадке устраивают танцевальный джем. Свои таланты могут показать даже прохожие. Кстати, лучшая команда фестиваля Black Jack смогла заработать на своем увлечении. Девушки получили 300 долларов. Мать Тенисбаева, Самат Кельмембетов, новости Содружества, Культура, Казахстан.